Надеть маску, обработать руки и пройти термометрию. Процедура уже стала настолько привычной, что мы ее не замечаем. С 15 ноября появится новая мера – сканирование QR-кода. Для этого специально есть приложение, а также можно просто использовать камеру обычного телефона. Пожалуйста. Сейчас мы проверим. Так, вот нас он отправляет на госуслуги. Так, сертификат у вас действителен. Политов Кирилл Сергеевич, можно ваш паспорт предъявить? Без проблем. Захватил как раз сегодня с собой. Документ, удостоверяющий личность. Политов Кирилл Сергеевич. Да, все верно. Напомню, QR-код получают вакцинированные и переболевшие. Для удобства можно использовать приложение «Стоп COVID-19». Вместе с кодом необходимо показать документ, удостоверяющий личность. Также можно войти и по медотводу. Для этого нужно предоставить справку и ПЦР-тест. Последний нужно сдать не позднее, чем за 72 часа до события. Кстати, на ближайших матчах руководство клуба «Динамо Алтай» планирует протестировать систему QR-кодов. 13 ноября на домашних матчах мы протестируем, как это будет выглядеть. То есть мы не будем настаивать. Если человек пришел на матч без QR-кода 13 числа и 14, мы их будем запускать, то есть, чтобы не создавать какие-то конфликты, да, конфликтные ситуации. А уже с 15 ноября мы будем уже вынуждены применять как бы эти меры обязательного характера. Подобную репетицию проведет и баскетбольный клуб «Барнаул». В спорткомплексе «Победа» обучение по входу с проверкой QR-кода пройдет уже 30 октября. Хозяева встретятся с кубанским «Локомотивом». Разумеется, в новых условиях зрителям придется запастись терпением. Но такая мера не самая страшная для болельщиков. В Чебоксарах, где сейчас проводят игры барнаульские хоккеисты, спортивные объекты с 30 октября вовсе закрываются. Два матча алтайские спортсмены успели провести. Оставшиеся два перенесли на неопределенный срок. Такая ситуация, это, я думаю, в одном субъекте Российской Федерации, это в Чувашии, то есть закрывают все объекты полностью спортивные. И вот мы попали в такую ситуацию, мы вынуждены, вот, не сможем сыграть два матча. Пусть новые меры и повлияют на очное посещение спортивных событий, руководство профессиональных команд готово сделать акцент на онлайн-трансляциях. Найти их можно на официальных страницах краевых флагманов спорта. 13 ноября в эфире матча хоккейного клуба «Динамо Алтай» к комментатору присоединится министр спорта региона Алексей Перфильев. Кроме игры, обсудят и новые меры в отрасли, связанные с QR-кодами. Артем Тарасов, Сергей Балуев. Новости.